сын мой, не вынимайте без нужды. Не вкладывайте без славы. Атос, Портос, Арамис. Д'Артаньян! Еще один стремится в мушкетеры. Господь нас презрел. Мой лекарь запретил мне волноваться. Как мне нравится жить в Париже! Вы вчетвером за день вывели из строя 10 гвардейцев кардинала. Вы поедете на остров Рэ, найдете там Бекингема и сделаете все, чтобы Англия перестала поддерживать нарушения. Это звучит как угроза. Именем кардинала вы арестованы. Дело закончится трепкой. Чего? Следуйте за нами. Вот это зря. Констанция. А на что вы готовы ради меня? На все что угодно. Вы имеете что-то против, сударь? Монсеньор, Бекингем в Лувре. Я сожгу Европу в огне из-за вас. Взять его. Отдайте мне Д'Артаньяна. Он-то что вам сделал? Я его ненавижу. Хоть один волос упадет с головы Д'Артаньяна, я пристрелю вас, как собаку. Надеюсь, ваши последние дни будут ужасными. Вот я доверила вам свою жизнь. Господи, дай мне жизнь дойти до конца. Защищайтесь, господа!